лучший друг. Парень молодой, лет 30, приходит к маме, свое дело происходит в Одессе. Говорит, мама, все, Софа от меня ушла. Мама говорит, боже мой, ты что? Да, ушла Софа от меня. Мама говорит, кому? Кому ушла? Она говорит, к Фимке, к моему лучшему другу. Мама говорит, подожди, у тебя же Аркаша лучший друг. Он говорит, теперь Фимка.